Совершенно секретно. Личное дело фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС, 6-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года. Фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Однажды Штирлиц получил по мини-рации шифровку, которую, четырежды перечитав, немедля сжег. Затем, не целясь, плюнул в Гитлера портрет, попав в глаз ловко, и с наслаждением высморкался в занавеску. Эпилог. Гласил депеши текст. С заданием успешно справился. Расслабьтесь перед рекогносцировкой.